шли мимо фонтана, я не мог не остановиться и не показать вам эту красоту. Там дальше, где синяя конструкция, там сверху тоже струйки бьют. Да, думаю, что это видно. И вот в ту сторону, в обратную, аллея курортного парка. Вот еще один фонтанчик сделан. Красиво, какие цветы здесь обалденные, ну очень красиво. А здесь посмотрите, какая красота, сколько цветов. Здесь на входе стоит, там пальма стоит, здесь цветы, в ту сторону цветы. Сколько труда вложено, чтобы сделать эту всю красоту. Это парк, вообще парк в городе Бадштебен, курорт. Вот так вот здесь все классно. Сейчас еще одну клумбу быстренько покажу. Как сделано. Вот посмотрите. Красота.